Всем привет, с вами Артём. Вы наверняка знаете, что в одной из последних бета-версий iOS, а именно 8.3, появилась русская Siri. Спустя несколько лет работы сервиса, голосовой ассистент Apple наконец-то научился говорить на великом и могучем. Однако до официального релиза данной версии iOS, когда ее можно будет установить на каждое устройство, еще необходимо подождать. Однако установить iOS с русской Siri на ваши iDevice можно прямо сейчас. Для начала внесу небольшую ясность. Для кого-то данная информация покажется не новой, ну а для кого-то будет весьма полезна. Итак, последняя версия iOS, на которой доступен Jailbreak на данный момент, это система с индексом 8.1.2. При любом обновлении или восстановлении прошивки через iTunes вы получите операционную систему 8.2, на которой пока нет взлома. А чтобы получить русскую Siri, вам потребуется установить iOS 8.3, публичная бета 1. Если вы захотите сделать даунгрейд, то вы сможете сделать его только на iOS 8.2, на которой, напоминаю, нет джейлбрейка. Итак, для установки бета-версии с русской Siri нам потребуется специальный профиль. На данный момент загрузить его можно из большого количества источников, я решил использовать знакомый вам сервис Flex Store. Инструкцию по установке данного приложения я размещу в описании к видео. Итак, запустив Flex Store, мы увидим специальный баннер, который позволяет быстро перейти к установке профиля для загрузки iOS 8.3 Beta 1. Открываем этот раздел и нажимаем кнопку «Установить». Далее будут открыты настройки системы, нажимаем еще раз «Установить» и соглашаемся со всеми условиями. После того, как профиль будет скачан и установлен, потребуется перезагрузка устройства. Перезагрузив наш iDevice, возвращаемся в параметры системы, открываем раздел «Обновление ПО» и видим уже загружающуюся iOS 8.3 Beta 1. Скорость скачивания прошивки будет зависеть от скорости вашего интернета и загруженности серверов Apple. Если до установки этого профиля на вашем iPhone или iPad была установлена любая версия iOS с джейлбрейком, то обновление может у вас сразу не появиться. В таком случае подключаем iDevice к компьютеру, запускаем iTunes и обновляем на последнюю доступную версию прошивки 8.2. После этого проблема будет устранена. Загрузка iOS 8.3 Beta 1 может занять немного времени, после чего устройство в очередной раз перезагрузится, и мы получим русскоговорящий ассистент Siri. Не забудьте включить его в параметрах системы и выбрать русский язык. На этом все на сегодня. Не забывайте делиться вашим мнением и лайками под видео, добавлять ролики в избранное, а также подписываться на канал. С вами был Артём. Пока!